расфокусировать зрение. Очень много об этом говорят. Расфокусировка зрения, как это сделать, очень мало кто как бы объясняет. И, может быть, даже я тоже не смогу вам достаточно точно рассказать. Фокусировка зрения, она включает в себя два составляющих. Вы видите все вокруг. Представьте себе, что вы смотрите на человека, который стоит на расстоянии, допустим, там 2-3 метров от вас. Вы смотрите ему в грудь. Желательно так даже тренироваться. Смотрите ему в грудь, и вы периферийным зрением, то есть не бродя зрачками вверх-вниз, периферийным зрением вы стараетесь как бы увидеть и макушку, и ноги. Если вы честно будете это делать, то вы поймаете себя на мысли буквально через 5 минут, что вы всю фигуру четко не видите. Если вы будете впялите сюда в грудь и будете четко смотреть в грудь, то, конечно, вы не увидите ни макушку, ни ноги. Вы все равно будете глазами то вверх, то вниз. Но если вы как бы расслабитесь и расфокусируетесь, то вы увидите всю фигуру целиком, то есть достаточно широты зрения, угла зрения, достаточно для того, чтобы на расстоянии 2-3 метров увидеть целиком всю фигуру. Но вы не будете видеть ее четко. То есть она будет взагали, в общем. И этому следует научиться.